Сейчас мы с вами посетим не просто новый город, а настоящую 2000-летнюю крепость. Причем самое интересное, что воздвигли ее не для защиты какого-то царского дворца, а для того, чтобы оградить от нападений уникальную природную достопримечательность. А именно, самый первый минеральный курорт Болгарии. Хотя нет, чего уж там Болгарии, всех Балкан. Ну что, посмотрим, зачем римляне затратили такие колоссальные ресурсы и возвели вокруг города 11-метровые стены. Добро пожаловать в Хисар! Всем привет! Сегодня мы приехали в небольшой, но богатый историей городок Хисаре. С давних времен город славился своими минеральными источниками. Давайте вместе посмотрим, чем еще может привлечь этот город туристов. В этом видео мы с вами неспешно прогуляемся по древнему римскому городу. Вместе посмотрим, а иногда и буквально попробуем самые интересные его достопримечательности на вкус. Рассмотрим, чем этот маленький город привлекает туристов со всего мира. А также, почему многие из них влюбляются в город и остаются здесь для долгосрочного проживания. Мы проверим, может ли вылазка в Хисар заменить полноценную поездку на море. А еще отмотаем время на 2000 лет назад и посмотрим, каким он был – курорт богатых римлян. Болгария интересна тем, что в этой стране можно находиться на курортах абсолютно круглый год. Да-да, именно круглый год. Летом – морские курорты, зимой – горнолыжные, ну а в межсезонье – термальные. Сегодня речь пойдет о городе, который наполнен десятками термальных источников и просто нашпигован множеством отелей-здравниц. Город Хисаре давно уже утвердился как один из самых популярных круглогодичных курортов Болгарии. Этому, конечно же, поспособствовали как теплый мягкий климат, так и целебные минеральные источники и, конечно же, многочисленные, отлично сохраненные археологические объекты. Болгария занимает первое место в Европе по количеству минеральных источников и является одним из мировых лидеров в данной номинации. Они здесь буквально на каждом шагу. Куда ни пойдешь, повсюду попадешь на термальные источники. Куда ни ткни лопатой, забьет термальный фонтан. Город Хисаре расположен в центральной части Болгарии, недалеко от столицы. Дорога от Софии составит всего 180 километров и займет порядка 2 часов. Но чаще всего туристы прибывают в город из Пловдива, второго по размерам города страны. Хисаре фактически является пригородом Пловдива, так как находится всего в 40 километрах севернее культурной столицы. Сам город очень спокойный и уютный, чем пользуются жители более крупных болгарских городов, которые часто выбирают Хисар как локацию для загородной поездки на выходные. Чистый воздух и обилие минеральных вод позволяют не только расслабиться от городской суеты, но и качественно оздоровиться. В Хисаре проживает менее 7 тысяч человек. Городок достаточно компактный, для туристического осмотра хватит и одного дня. Поездку сюда часто совмещают с осмотром Пловдива. Устав от прогулок по Пловдивским холмам, туристы наведаются сюда, чтобы осмотреть старую крепость и затариться в обратную дорогу драгоценной целебной водичкой. Если бы я сейчас планировала поездку в Хисаре, то, пожалуй, поступила бы так. Будние дни выделила бы для осмотра культурной столицы Болгарии, а вот на выходные сбежала бы от шумного города и провела бы уикенд в Хисаре. Причем, выбирая отель, вам нет нужды искать комплекс минеральных спа-зоной. Вы легко можете арендовать номер в самом простеньком отельчике, а для спа покупать дневной пропуск в один из крупных отелей со своим источником. Тут подобное практикуется повсеместно. Город основан древними римлянами еще в 1 веке. Ну а первые поселения проживали на этих землях и того ранее, примерно в 5 веке до нашей эры. Здесь можно увидеть лучше всего сохранившуюся крепостную стену в Европе, а также римские термы, в
которых по античному акведуку течет минеральная вода. Сооружение построено еще в 135 году нашей эры. В III веке город заприметил римский император Диоклетиан. По легенде, у него были больные почки, и он годами не мог избавиться от этого недуга. Лишь посетив Хисарию, император смог излечиться, после чего восторженный Диоклетиан приказал воздвигнуть вокруг города крепостные стены, а местные источники изучить и обустроить для посещения всей римской знати. При императоре город был превращен в настоящую крепость. Ширина стен составляла около 3 метров, длина больше 2 километров, высота около 11 метров, а у южных ворот и вовсе 13 метров. Величественные широкие стены с пристроенными к ним казармами и 44 сторожевыми башнями на долгие годы защитили город, который с тех времен был переименован и стал носить гордое имя – Диоклетианополь. Здесь были все атрибуты богатого императорского города – мраморные дворцы, просторные мощеные улицы, общественные бани, канализация и, конечно же, обилие скульптур богов. Белоснежный и благодаря мрамору город на фоне яркой балканской зелени путешественники замечали за много-много миль. Но сегодня от всего этого белого убранства остались лишь малые крохи. Во времена турецкого ига город оказал ожесточенное сопротивление захватчикам. В назидание остальным турки стерли Диоклетианополь с лица земли. Все жители были убиты, а дома разрушены до основания. Поэтому сегодня, прогуливаясь по городу, вы хоть и наткнетесь на множество старинных раскопок, но, к сожалению, большинство из них сохранились лишь на уровне фундамента и не передают былого величества римских строений. Лишь в 17 веке турки оценили природные условия бывшего курорта и заселили его заново, назвав его нынешним именем – Хисар, крепость, из-за множества крепостных останков. И хотя стены за тысячелетия изрядно потрепало время, но выглядят они и сегодня все еще очень величественно, особенно в районе Южных ворот. Южные верблюды – так называли южные ворота в город. Это главный символ города Хисаря. Изображения ворот встречаются по всему городу, и они же изображены даже на городском гербе. Верблюдами их называли из-за внушительных размеров – 13 метров в высоту. И того, что после нашествия турков они были разделены на две части и напоминал двух стоящих друг напротив друга верблюдов. В 1930 году арка ворот была отреставрирована, о верблюжьем прошлом мы можем вспомнить, лишь взглянув на архивное фото строения. Ворота представляют наибольший архитектурный интерес. Они состоят из сводчатого прохода, которому снаружи предшествует большая арка, поддерживаемая двумя массивными колоннами. Южные ворота окружены двумя прямоугольными башнями. Недавние исследования показали, что в своей верхней части ворот находились П-образная двухуровневая площадка для бойцов, подъем на которой осуществлялся по внутренней лестнице, встроенной внутрь одной из башни. До наших дней лестница, конечно, не дожила, но винтовую полость от нее внутри одной из башен можно разглядеть даже сейчас. Ворота закрывались двухстворчатой дверью, которая блокировалась изнутри массивной деревянной балкой. По обеим сторонам внутри ворот имелась декоративные ниши, в которых находились статуи императора и богов. Сохранившая до наших дней битая кирпичная арка на коньке южных ворот на самом деле является частью декоративного кирпичного свода, в середине которого находилась бойница для лучника, которую первые встречали неприятелей, приближающихся к городу. Над аркой весь внутренний фасад украшен кирпичным карнизом, служившим основанием для треугольного фронтона. Конечно, вся эта красота до наших дней не сохранилась. Но былую мощь строения не смогло разрушить даже время. Спустя 2000 лет ворота все еще являются действующим объектом и встречают каждого путника, въезжающего в город.
Сразу за воротами вдоль стены можно заметить неплохо сохранившиеся останки древних строений, которые, как лабиринт, испещряют все внутреннее пространство крепости. Мы дошли до центральных казарм Диоклетианополя. Казарменный комплекс расположен по обеим сторонам от южных ворот, по всей длине южной крепостной стены. Казармы отделены друг от друга широкими коридорами, в которых также имелись и боковые выходы на крепостные башни. Весьма вероятно, что в IV веке здесь размещался постоянный гарнизон численностью около 600 человек. Казармы состояли из двух типов помещений – складских и жилых. Из-за толщины перегородок и массивных сводов можно сделать вывод, что они были двухэтажными. Видите вот тут красивую арку, возвышающуюся над стеной? Это все, что осталось от одного из самых массивных строений казарменного комплекса, одного из многочисленных городских храмов, который нанесен на туристическую карту города под названием «Базилика номер один». Кстати, про карты. Если вы планируете перемещаться по городу при помощи Google карт, сразу забудьте. Это какой-то тихий ужас. Локации там все перепутаны, метки стоят в неправильных местах, а фотки выложены так хаотично, что лишь сильнее путают путника, а не помогают ориентироваться на местности. Будете гулять по городу, лучше воспользуйтесь той картой, что нарисовала я. Ну или заскриньте вот эту туристическую карту. Тут все локации мной персонально проверены, ориентироваться будет намного проще. Ссылку на карту я, как всегда, оставлю в описании. Но вернемся к нашей базилике. Во времена римлян тут была не какая-то маленькая церквушка. Это единственная известная двухнефная базилика в Болгарии. И датируется она серединой V века. Мне, конечно, сложно представить, как выглядела базилика в древние времена, но сейчас она больше напоминает какой-то мистический портал, в который так и хочется забраться. Самой это проделать не предоставилось возможности. Взбираться на стены строго-настрого запрещено. Может попробовать забраться в портал дроном? Может и вправду удастся очутиться в прошлом, в те времена, когда по улицам Хисари маршировали величественные римляне? Шоу, конечно, красивое, но нам пора в путь. От казарм начинается небольшая туристическая тропа. Если пойдем по ней влево, то дойдем до римской гробницы. Если пойдем вправо, то войдем в сердце древнего города. По останкам города мы явно еще успеем нагуляться, поэтому для начала отправимся к усыпальнице. Дорога проведет нас через старый густой полузаброшенный парк, который имеет крайне любопытное название – Monkey Dere, что в переводе означает «парк обезьян». Если вы, как и я, в недоумении, откуда вообще в Болгарии взялись обезьяны, то могу рассказать вам одну интересную городскую байку. В турецкие времена через Хисарию проходило множество караванов с путешествующими купцами, которые нередко становились жертвами местных разбойников. Однажды, разграбив один из таких караванов, грабители крайне удивились, так как вместо золота и пряностей в этот раз купец вез обезьянок. Воспользовавшись неразберихой, животинки сбежали и оселились в ближайшем лесу. Теплая и мягкая погода в те годы благоприятствовала расселению и разведению пушистиков. Обезьяны размножались настолько быстро, что среди местных жителей возникло поверье, что в этом парке живет магия. Юные невесты приходили в парк после свадьбы и ночевали тут, наивно полагая, что такой трюк поможет им быстрее забеременеть. Похоже, невесты в здешних краях были те еще экстремалки. Я бы ночевать с обезьянками в темном лесу точно не рискнула. К сожалению, в конце 19 века обезьян застала одна из самых холодных зим в истории Болгарии, которую ни одна из них не пережила. Поэтому в наши дни об обезьянном прошлом напоминает лишь оригинальное название парка. Ну а пока я вам заговаривала зубы байками, мы добрались до древней римской гробницы. Это фамильная подземная позднеримская семейная усыпальница IV века. Снаружи гробница представляет из себя насыпной курган с небольшим узеньким лазом. На входе можно приобрести билет и всевозможные туристические сувениры. Далее, спустившись по сводчатой лестнице и пройдя через коридор, мы попадаем в похоронную камеру.
Стены гробницы и коридора украшены красочными фресками, символизирующими Эдемский сад, которые частично сохранились до наших дней. Погребальная камера представляет собой небольшое прямоугольное помещение размерами 4×3 метра и имеет цилиндрический свод. В стенах симметрично устроены 6 ниш ритуального назначения. Вероятно, там размещались личные вещи усопших. Пол камеры покрыт красочной мозаикой, напоминающей красивый ковер. По обеим сторонам от него были сооружены 2 гробницы. Строение, конечно, интересное, но долго тут делать нечего. Осмотрелись, сделали пару фоточек и дальше в путь. Возвращая назад в город, через парк мы уткнемся в самый элитный квартал Диоклетианополиса, где в V веке располагались дома самых сливок римского общества. Элитные виллы были двухэтажными монстрами и занимали площадь около 3000 квадратных метров. Wait a second, I don't need you. Then why so settled? I'm withdrew. Still it feels just like I'm waiting for something better. Wait a second, I wanna stay up late with my heart in your head. Maybe stare too much cause you don't understand. You got me gone, you don't understand. You got me gone. But sometimes I might be a bit selfish. When you're way too humble, might be overzealous. А рядом с виллами для знати во времена Рима был выстроен величественный амфитеатр. А нет, стойте, это ж Пловдивский амфитеатр. Запамятовала. Амфитеатр же в Хисаре сейчас выглядит как-то так. Как я говорила раньше, турки разрушили город до основания, поэтому для того, чтобы полюбоваться многими достопримечательностями, теперь нужно включить фантазию. Ну а если пройти по тропе еще 50 метров от театра, то мы дойдем до самого известного минерального источника Хисари – Девичья слеза. Всего в Хисаре и окрестностях насчитывается 22 горячих минеральных источника, обладающих уникальными целебными свойствами. Их температура колеблется от 35 до 51 градусов. А вода слабо минерализованная и очень чистая и прозрачная. Плюс, что на мой взгляд важно, без запаха и ярко выраженного вкуса. Вода из местных источников имеет уникальные свойства и помогает в лечении огромного списка заболеваний. Во времена римлян в городе действовали 4 крупных банных комплекса, которые были возведены над 4 главными термальными источниками. В наше время сохранились 2 функционирующие термальные бани и 3 красивых отреставрированных минеральных источника. Остальные хоть и действующие, но менее интересны туристам, так как разбросаны по городу в виде небольших поилок или же выведены непосредственно в спа-зоны отелей, где вы можете не только отдохнуть, но и сразу оздоровиться. Тут басик с горячей минеральной водой. Она горячая, из источника бьет горячая. Там где-то состав еще был, состав чего там и как. Вот. Конечно, все источники разбирать мы не будем, но самое интересное посетим обязательно. А начнем мы, собственно, с той самой девичьей слезы, до которой уже дотопали. Такое красивое название источник получил не просто так, у него есть своя легенда. Во времена османского ига Хисари правил жесткий правитель Хасан Бей. Он ездил по окрестностям, собирая самых красивых девушек, которых с юного возраста забирал в свой гарем. Однажды Хасан Бей заполучил в гарем необычную жемчужину – молодую девушку, которую годами прятали родители.
девушка выросла необычайно красивой, стройной и гордой. Хасан Бей всячески пытался склонить ее на свою сторону, осыпал ее подарками, но ничто не могло поколебить прекрасную девушку. Тогда Бей разозлился и решил отомстить. Он пригласил на обед всех самых богатых и знатных гостей Болгарии. В конце праздника приказал раздеть девушку, помазать ее маслом и в таком виде, чтобы она раздала гостям угощение. Девушка выполнила приказ. Она вышла даже с легкой улыбкой и раздала сладость из-под носа. Подойдя к хозяину, она высоко подняла поднос и со всей силы уронила его на голову правителю. К тому времени, когда подбежали гости, Хасан Бей испустил последний вздох. Чтобы отомстить за смерть тирана, османы соорудили из сухих дров и колев палату, в которой заперли девушку, а затем подожгли. Девушка в огне не проронила ни звука, ни крика, ни стона. Только две прозрачные слезы упали из ее глаз, и в этот самый момент произошло чудо. Из-под ног прекрасной девы забил источник, и она нырнула в него. Источник «Девичья слеза», ну или «Момина слеза» на болгарском, очень популярен как среди туристов, так и местных. Состав богат минералами и имеет температуру 42 градуса. Правда, точно перечислять все данные я не стану. Если вам интересны детали, то можете поставить видео на паузу и изучить. Водичка здесь действительно вкусненькая и полезная. В последнем я даже успела убедиться на практике. Возле источника проживает милый котенок. Питается пушистик бутербродами туристов, а водичку пьет исключительно из местного источника. Испытуемый вел себя игриво, мурчал громко, на здоровье не жаловался. Делаю вывод, что источник работает и научно рекомендован к употреблению. Рядом с девичьей слезой находятся римские бани. Еще во втором веке римляне на месте целебного источника соорудили этот комплекс. Нужно, пожалуй, упомянуть, что во времена Римской империи бани имели в обществе особый статус. Это было не только место для оздоровления. Термы были важной площадкой для политических дискуссий. Здесь проходили встречи и переговоры, принимались самые важные решения в жизни города. Термы действительно прекрасно сохранились, некоторые вплоть до крыши. Это одна из немногих известных термальных римских бань в Европе. Комплекс занимает площадь около 3000 квадратных метров и был обнаружен всего 100 лет тому. При желании можно приобрести билет и прогуляться по разным ванным комнатам, полюбоваться римскими барельефами и мозаикой. Ванные комнаты построены из смешанной кладки с толщиной стен от 1 до 2 метров. Пол и стены были облицованы белым мрамором. Здесь были комнаты для горячих и холодных процедур, место для отдыха, два бассейна размером 15 на 5 метров с глубиной 1,5 метра. А в специальных помещениях после купания проводились жизненно важные лечебные процедуры. Мое любименькое. Массажи с ароматными маслами. В общем, все, как и в спа в наши дни. Наверняка и скрабики были, и пилинги, и масочки. Так, спускаюсь из грез и продолжим. В ванных комнатах римских терм в то время уже была построена гиппокаусная система отопления. Только подумай, 2-3 век. Керамические трубы вели горячую воду под мраморные плиты пола, из-под которых теплый пар между двойными стенами уже поднимался вверх. В общем, как раньше отдыхали в термах римляне, мы уже ознакомились. Давайте теперь попробуем разобраться, какой отдых предлагает Хисаря гостям города сегодня. Самой популярной площадкой, чтобы поплескаться в минеральной водичке, в наши дни стал загородный комплекс «Терм де Хисар». Всего в 400 метров от южных ворот год тому был построен современный комплекс для пляжного отдыха. С горками, с барами и саунами. Это уже не какие-то полузаброшенные бани из социалистического прошлого, а полноценный современный отель, который разительно отличается от экстерьера всего города, как будто какая-то магия перенесла его сюда с какого-то там морского побережья.
Бассейны, пальмы, рестораны и современная зона отдыха расположены на площади около 6 гектар. Приятный ландшафт с оливковыми деревьями, газонами и цветниками. Это место располагает к приятному отдыху и предлагает изумительный для глаз вид. Как вам такой современный облик императорского курорта? В терме де Хисар растут 50 прекрасных вашингтонских пальм. В комплексе есть 2 детских бассейна и анимация, а также большой релаксационный бассейн, спортивный бассейн полуолимпийского размера и крытый релаксационный минеральный бассейн в зоне отдыха. А самое главное, все водные объекты снабжаются минеральной термальной водой из местного источника Банчетта. Ну разве это не прекрасно? И отдых, и оздоровление. Вот и мне кажется, что супер. Было бы супер, если бы я приехала в Хисарю летом. Ну а так как я путешествую по Болгарии осенью, то на отдых у Басиков можем только облизнуться. И, смахнув скупую хисарскую слезу, отважно продолжим нашу прогулку. Буквально в 100 метрах от римских терм, гуляя по парку, можно наткнуться на еще одни массивные раскопки. Это останки административного римского здания. Отличается оно от остальных тем, что это единственное здание в Хисаре с сохранившимися стенами второго этажа. Историки полагают, что именно здесь останавливался сам император Диоклетиан, приезжая в город. Ну а от раскопок наша прогулка опять поведет нас в парк. Прогуливаться по Хисаре – одно удовольствие. Зеленых зон в городе предостаточно. Имеется целых 4 парка, и это, попрошу заметить, на такой миниатюрный городок. Первый из них – парк обезьян, мы с вами уже посетили по дороге гробницы. Второй – парк Орфей, я успела немного показать вам, прогуливаясь вначале возле крепостной стены. Третий парк – Момина баня. В нем находится одноименный источник и действующий до сих пор банный комплекс. Источник не самый популярный, так как, в отличие от остальных, находится в отдалении от старой части города. Ну а по последнему парку мы сейчас с вами гуляем. Четвертый парк Хисари – Девичья слеза или Ландыш. Начинается он от источника, где мы тискали котенка, и тянется вперед почти до середины города. Этот парк наиболее ухожен и, в отличие от остальных, которые в принципе больше схожи на молодой лес, Ландыш является классическим городским парком с дорожками, статуями и фонтанами. Самым красивым из которых, пожалуй, является фонтан «Девичья слеза», изображающий ту самую непокорную девушку из легенды. Обнаженная красавица гордо стоит с высоко занесенным подносом над головой в центре сквера, а из-под ее ног бьет спасительный источник. Есть в парке и еще одна интересная диковинка, которая привлекает взгляд любопытного туриста. Это второй символ города – белоснежная римская колоннада. Построена колоннада в 60-м году прошлого века и в точности копирует римский образец. Ее украшают изображения 8 богов, ответственных за здоровье. Самые известные среди них – Аскелепий и Гигиея. Наверное, вы подумали, что это один из многочисленных источников Хисарии. Неа. Так как колоннада новодел, то и воду сюда доставляют современными технологиями. От уже знакомого нам источника «Девичья слеза» по парку проложены трубы, по которым насосами вода доставляется в колоннаду. Поэтому, если вы уже успели утолить жажду в начале парка, то повторять процедуру не обязательно. Вода здесь точно такая же, никаких отличий нет. Хотя нет, соврала. Пока вода добегает по трубе, то успевает слегка остыть. Чай уже не заваришь. Но несмотря на то, что состав воды здесь не отличается от источника, нельзя не заметить одно общее отличие в обстановке. Найти свободный краник с живительной водой затруднительно. Как правило, источник окружают толпы местных предпринимателей. И если вы думали, что когда я рассказывала про ценность воды шутила, то это не так. Местные собирают воду целебную из источников просто в промышленных масштабах. Здешняя вода высоко ценится в Болгарии и активно продается во всех уголочках страны. Колоннада находится возле дороги, и от нее крайне удобно таскать заполненные буньки в багажнике рядом припаркованных машин. И ни камеры, установленные в колоннаде, ни запрет на забор более 3 литров предпринимателей не останавливают.
Поэтому, если вы, как и я, собрались сделать в колоннаде пару фоточек, рискуете нарваться на неприятности. Дельцы при виде моей камеры как-то резко менялись в лице и недобро поглядывали в мою сторону. В общем, пока меня не побили, лучше я продолжу путешествие. Ну, а по пути к следующей достопримечательности давайте вместе пофилософствуем, чем этот милый городок так привлекает сюда людей со всего света. Пожалуй, основная ценность – это вода. Для того, чтобы полюбоваться древними раскопками, вам хватит и одного дня. А вот термальные источники привлекают людей на более долгий период. Часто люди, которые переезжают в Болгарию на постоянное проживание, селятся здесь, чтобы достойно встретить пенсию и подправить здоровье. Для детей регион интересен тем, что в получасе езды начинается второй по размерам город страны, который может похвастаться всей необходимой инфраструктурой, включая супермаркетами, частными школами, международный аэропорт. Родителей же порадует тишина и невысокая стоимость недвижимости. Чем же еще интересен Хисаря? Для любителей истории могу посоветовать также заглянуть в местный археологический музей. Хотя войны и не пощадили город целиком, но вот всевозможные небольшие артефакты встречаются в этих землях часто и частично представлены в местном музее. Для любителей искусства в городе найдется небольшой летний театр, выстроенный в древнеримском стиле. Если же вы любите природу, то можете совершить восхождение на холм к Христу Момина Баня. Прогулка несложная, но достаточно живописная. На вершине разбита небольшая беседка с мангалом, а по пути вам встретится старинный колодец. Не могу отнести прогулку к разряду потрясающих, это вам не Рильские озера, но вид с холма на город открывается вполне пристойный. Ладно, что-то я опять заболталась, нужно возвращаться к нашей прогулке. К тому же я уже вроде добралась до следующей локации. И эта локация... Та-дам! О боже, какой сюрприз! Опять источник, который носит изящное название «Фонтан молодости». Это самый молодой источник города с самой горячей водой. Ну и по совместительству он еще и оформлен самой красивой колоннадой. А еще это самая последняя точка нашего маршрута. Так что если вы уже устали, то потерпите еще буквально капельку. Вода в этом источнике считается очень полезной. Она имеет высокое содержание метакремниевой кислоты, замедляющей процесс старения на клеточном уровне, из-за чего, собственно, источник и получил свое название. А еще вода здесь действительно очень горячая – 51 градус. Источник настолько молод, что в большинстве путеводителей вы просто не найдете о нем упоминания, а на Google картах он и вовсе ошибочно обозначен как «Колоннада Момина Баня». Все дело в том, что источник находится в начале парка Момина Баня, рядом со старым зданием бани. Вот название и приклеилось. Правда, с Google картами тут совсем все печально. Пользоваться ими в Хисаре себе дороже. Помимо источника, на площади также можно полюбоваться фундаментом древнеримской базилики, а еще сделать фоточки рядом с цветастой надписью «Хисаря». Площадка тут достаточно симпатичная, а потому прекрасно подойдет для того, чтобы подбить итоги нашей поездки. Итак, Хисаря. Тихий, уютный и чистый курортный городок с прекрасным древнеримским наследием. Попав в Хисар, чувствуешь, как замирает время и отступает суета. Прогуливаясь по зеленым паркам вдоль 11-метровой крепостной стены с 2000-летней историей, ощущаешь какое-то умиротворение и спокойствие. Сюда однозначно стоит приехать, если вы устали от городской суеты и ищете тихую гавань для отдыха. Поваляться у бассейна, посетить спа-процедуры – это все Хисаря. И вы уже точно хотя бы на денек обязаны приехать в город, если любите старинные раскопки и древнеримское наследие. Приезжайте и увидите все своими глазами. Пока! Ах да, чуть не забыла. Я же обещала вам карту. Вот, собственно, и она. До встречи!